«Снежная королева» – одна из любимых сказок Андерсена у детей. В ней добро побеждает зло, и у сказки счастливый конец – то, чего все ждут в Новый год – сказочного исполнения желаний. В подготовительной группе «Звездочки» и детского сада «Теремок» – новогодний праздник. К нему готовились долго, разучивали тексты, репетировали сцены, шили костюмы. «Иди ко мне, побудь со мной, раз ты такой бесстрашный, я возьму тебя с собой». Твой далекий снежный край, ведь пришла я за тобой, ты согласен? Воспитатели группы – люди с большой фантазией. Вот и здесь они внесли в сценарий сказки свою, новогоднюю версию. Среди привычных героев неожиданно появляется Дед Мороз. И это разумно, ведь от «Снежной королевы» подарков не дождешься. Вот так талантливо и артистично встретили Новый год звездочки.